Здравствуйте! Это программа «Фактор здравого смысла». Я и автор, и ведущий журналист Игорь Альтер. С некоторых пор у каждого календарного года в нашей стране стала появляться, ну, если можно так выразиться, своя гавань. Например, 2015 был объявлен годом литературы. 2017 официально получил статус года экологии. И, наконец, поскольку вся наша жизнь – театр, то 2019 и стал годом театра. И что характерно, у нас в регионе, да и по всей стране, от этого года отпочковались новые формы сотрудничества, появились новые проекты, совместные крупные работы театра с музеями, филармонией. Это, хочу заметить, новая примета, вот что важно подчеркнуть, в культурной жизни нашей области. И уж если мы начали разговор с того, что годы нынче проходят под эгидой конкретной темы, то следует добавить, что нынешний год, да и следующий, 2020, для Иркутского областного художественного музея имени Сукачева пройдут под знаком юбилеев. В эти дни буквально мы отмечаем 170-летие со дня рождения основателя музея Владимира Платоновича Сукачева. А будущий год самому музею исполнится 150 лет. Это большой праздник, но это впереди. Вот обо всем этом я сейчас и поговорю с директором Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, председателем Иркутского регионального отделения Всероссийской организации Союза художников России, трижды лауреатом губернаторской премии, Натальей Сысоевой. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 8 800 302 1550. 8 800 302 1550. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Здравствуйте, Игорь Викторович. Как я вас чуть не повысил, сказал трижды, почти государственное. Но это впереди. Это впереди. Вот, ну, как-то вот быстро мы привыкаем. Вот каждый год у нас уже получает и получил свою нишу. Мне сейчас интересно узнать, в какой точке пересеклись пути вашего музея с театрами и какие новые формы сотрудничества появились в этой работе. Вот давайте с этого начнем. Ну, буквально в начале этого года художественный музей запланировал большой выставочный проект, посвященный году театра. Так. Это выставка под замечательным совершенно названием «Художник, театр и актер». Выставка в первую очередь должна была показать нашим зрителям, какую же роль художник играет в жизни театра, в театральной постановке. И вот благодаря вот такому вот выставочному проекту нам удалось удивительным образом замиксовать работы из фондов музея с работами, представленными из коллекции театров. Это работы замечательных театральных художников, это макеты сцен, это театральные костюмы, это куклы из кукольного театра, большая такая сцена, которая стояла у нас в экспозиции, плюс, конечно, традиционные виды театрального искусства, такие как театральные афиши, театральные костюмы, эскизы театральных костюмов очень-очень многих известных художников, которые, ну, очень многие просто и жизнь театру посвятили, потому что, ну, художник создает настроение спектакля, точно так же, как и режиссер, потому что весь визуальный ряд, всю картинку, которую зритель видит на сцене, это, безусловно, художник. Ну и поскольку здесь важно было не только экспозицию выставки представить, но и поговорить о театре в целом, мы посотрудничали с огромным количеством наших театральных коллективов. У нас был спектакль и театрального училища. Угу. И выступали актеры театра имени Загурского, и драматического театра, и театра юного зрителя. То есть у нас практически на фоне выставок состоялось несколько вот таких вот театральных
композиций, театральных постановок. И это привлекло огромное количество зрителей. Более 2000 зрителей посетило эту выставку. Среди них были не только иркутяне, но и зарубежные гости. Вот тут я вас прерву. У нас возник звонок. Нам звонит Нина. Нина, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Вечер добрый. Некоторое время назад, еще при другом директоре, обучались волонтеры для чтения лекций школьникам. В настоящее время ведется ли такая работа, волонтерское чтение лекций школьникам, и будет ли в дальнейшем такая работа проводиться? Спасибо. Пожалуйста. Ну, что я хочу сказать. Работа с волонтерами у музея никогда не прекращалась. Это тот потенциал, тот ресурс, который музейные сотрудники очень активно используют. Сейчас разработана целая большая программа с волонтерами. Это беседа о картине. Это такая же мини-лекция для большого числа посетителей. Это и адаптированная, может быть, рассказ для детской или взрослой аудитории, где 100% волонтеры ведут такие беседы. Ну, плюс какие-то большие музейные мероприятия, куда привлекаются волонтеры в качестве музейных сотрудников, лекторов, помощников в проведении больших мероприятий. Понятно. Мы вернемся к первому вопросу вот о тех новых формах сотрудничества. Вы остановились о том, что музеи проходили театральные спектакли, мероприятия, да, с участием актеров. А как-то дальше планируется такое сотрудничество? Ну, да, безусловно, потому что год театра не закончен. Нет. Он будет праздноваться до конца этого года. Мы теперь планируем большую передвижную выставку с тем же названием «Художник, театр и актер», но уже по театрам нашего региона. Угу. То есть, но это уже будет не музейные площадки, это будут фойе театров. И те это любители... когда начнется новый театральный сезон? Это, да, с начала понимаю, нового правильно? Театрального сезона это угу. будет большая серия выставок в регионах. До конца года? До конца года. И до декабря эта программа будет реализовываться, вот музейные сотрудники понятно. Будут такую выставку возить. Вот теперь понятно. По области. По области. По театрам области. Совершенно верно. Понятно. Ну вот, и по иркутским в том числе. Ну да, я понимаю. Но вот если, скажем так, вот музей, ну, кто бы как бы на него не посмотрел, можно сказать, с моей точки зрения, набирает обороты. И вот почему я на конкретных примерах. Вот в 2017 году ваш музей попал в десятку самых посещаемых музеев страны. Ну, мне интересно, сколько их всего. Это в 2017 году. А вот уже в 2018 вы вышли на 9-е место по посещаемости. Вообще, мне кажется, это очень круто. Я хочу спросить, с одной стороны, ну, какими сладкими шанишками народ привлекаете? Это первое. А второе, вот когда, учитывая вот эти результаты, это без учета посещаемости Москвы и Питера, я полагаю, да? Да, безусловно. То есть это рейтинг посещаемости региональных музеев. Понял. Потому что туристический поток в музеях столичных, таких как Эрмитаж и Третьяковская галерея, Пушкинский просто. Музей, это несравнимое, да. конечно, количество посетителей. Но это независимое исследование, которое проводится ежегодно. И берется вот такое среднестатистическое посещение музеев в день посетителями. И я думаю, что это неудивительно, потому что коллекция Иркутского художественного музея одна из самых больших за Уралом. Музей располагается в 9 исторических зданиях, вмещает в себя и большую парковую зону, это усадьба Сукачева. То есть есть возможность у посетителей получить совершенно разнообразные впечатления о музее. Это и сибирское искусство, это и классическое искусство русское, западноевропейское, искусство Востока, ну и плюс сама мемориальная усадьба Сукачева. Ну и не будем забывать о новом нашем отделе, это виртуальный филиал Русского музея. Что он собой представляет? Ну, это большой мультимедийный проект, который мы открыли. Он очень успешно функционирует уже второй или третий год.
Это большая образовательная программа, это большой компьютерный класс и видеозал, который позволяет познакомить зрителей с русским искусством. То есть не выезжая из Иркутска, можно посетить практически все экспозиции Русского музея. Богатейшая медиатека стоит за этим филиалом. И серьезная такая образовательную программу мы развернули на его базе. Ну, примерно, кто посещает вот именно вот этот зал? Это любая совершенно публика, начиная от пенсионеров, заканчивая детской аудиторией. Я не говорю о тех студентах, детях, которые получают дополнительное художественное образование или свою судьбу связывают с профессией. Понятно. Либо искусствоведов, либо художников. Вот вся эта аудитория как раз занимается у нас в виртуальном филиале Русского музея. Это очень широкая публика, очень широкий контингент. Практически каждый рабочий день, да, вот там народ работает, есть. Да, музей по программе понедельник-выходной. И посетители в нем рабочий, есть. Обязательно. Огромное рабочий. Количество вот относительно того, что происходило, вот количество посетителей в виртуальном филиале сейчас просто бьет все рекорды, раза в три превышает. Вот, остальные залы. Да. Ну, понятно. Не остальные залы, нет. Вот нет. То, как работал этот филиал ранее, вот поток посетителей увеличился в разы, это точно. Понятно. Вот знаете, чтобы мне хотелось понять, при всем моем оптимизме я все же должен заметить, что вот экономический барометр в стране пока показывает пасмурно, как бы мы не хотели другого. Вот уровень жизни падает, да и зарплаты, черт бы их побрал, не радуют сегодня. Это я к тому, что посещение художественного музея нынче, как я понимаю, ну, далеко не самый главный приоритет в жизни каждой семьи и даже не в ее бюджете. А посещаемость вашего музея, ну, по фактам, тем не менее растет. Так вот, я в силу своего искусствоведческого невежества хочу понять, неужели в пору экономического ненастья всплеск духовного аппетита пробуждается особенно активно? Ну, Игорь Григорьевич, я бы так вот это вот такой серьезной фразой, как ненастье какое-то экономическое, не называла, потому что я думаю, что... Ну, у людей же есть первоочередные. Вот сегодня... У людей очень-очень много первоочередных забот. Ну, вот, ну никак не музей, например. Я думаю, месте. Что пик вот этого кризиса какого-то, наверное, основного мы прошли, наверное, все вместе с вами в 90-е годы. Вот тогда на самом деле были пустые залы музеев, так. И театральные сцены не работали с полными аншлагами. Это факт, уже признанный факт. Но за... Вот эти последние десятилетия, мне кажется, интерес нашего народа к культуре, он неимоверно возрос. Об этом говорят сейчас. И сейчас практически невозможно купить билет на хороший концерт. Полные залы в нашем филармонии. Если приезжает хорошая театральная постановка, это таким же образом нужно заранее позаботиться о том, чтобы тебе хватило места в зрительном зале. Ну, а бум среди музейных экспозиций, он отмечается не только в столичных музеях, таких там, как Третьяковка или Эрмитаж. К нам, конечно, очереди, хвосты такие не стоят, потому что там поток туристов, и понятно, что знакомиться через, с культурой страны все стараются через, ее, через историю изобразительного искусства. Но, по крайней мере, наши яркие выставки, увеличение экспозиционных залов за последнее время дает нам, вероятно, такую возможность. Ну, а потом, помимо выставок, сотрудники музея как раз озадачены о каком-то дополнительном привлечении внимания зрительской аудитории. Я хочу сказать, что, допустим, мы сейчас работаем с тремя клубами людей серебряного возраста, вот так сейчас принято выражаться. Это то есть сколько это, им лет? Это клуб, ну, это те, кому за
сейчас с поправочкой на новый пенсионный возраст, да. Ну, с теми, кому за 60. Так. У нас есть замечательный клуб «Вдохновение», который это как раз работает «Серебряный возраст» при музее, да. Значит, я уже в золотом. Нормально. Ну, вероятно, так, да. И вот этот клуб «Вдохновение», он работает в рамках общероссийской программы, которая называется «Активное долголетие». Ага. Программу мы эту организовали для людей уже таких свободных и не загруженных работой совместно с соцзащитой Иркутской области. И я хочу сказать, что у нас еще два таких замечательных клуба, где люди могут получить не только какие-то теоретические знания, но и практические знания. Например, у нас есть клуб «Встреча», работает на базе музея, и клуб для пенсионеров «Рисуем с нуля». То есть еженедельно проходят для них занятия, и народ очень активно на эту тему откликается. А «Встреча» — это что, знакомство? Клуб «Встреча» — это несколько другое. Это клуб жертв политических репрессий. Он сейчас понимаю. Тоже вот, группа этих людей собираются на территории понимаю. Нашего музея. Ну, вот, ну и плюс работа с детской аудиторией серьезно. Ага. Мы работаем уже совершенно конкретно, по договорам, стабильно, с такой завидной периодичностью, с родителями детей-инвалидов. «Солнечный Понял. Круг» есть такая общественная организация. Школа, интернаты для детей вот, классов коррекции, особые угу, программы угу. мы для них разрабатываем. И проводим вот мастер-классы, а также вот работаем еще с одной замечательной организацией «Радуга», которая охватывает вот весь спектр детей с особенностями в развитии. И это тоже дополнительная наша аудитория, которая вот как-то в таком объеме, в таком масштабе раньше не была охвачена. Нужно еще и заметить то, что все-таки музеи за последние годы, практически все музеи были оснащены вот тем необходимым оборудованием, которые позволяют группам маломобильных граждан музей все-таки посещать. А вот скажите мне, пожалуйста, вот я знаю, что теперь люди проводят в музеях не только дни, но и ночи. Да, совершенно ночи верно. Ночи в музеях, ночи в библиотеках. Я не знаю, когда эти люди на покой, так сказать. Но, тем не менее, вот я хочу понять, а что за необходимость провести ночь в музее, если можно днем все узнать? Нет, узнать, конечно, можно все днем, но вы не забывайте о том, что большое количество людей в свое рабочее время музей посещать не может, да? А серебряного возраста, пожалуйста? Серебряного возраста, да, конечно, плюс есть еще, ну, допустим, такие льготные дни, когда определенные группы граждан могут посетить музей бесплатно, но это другая совершенно история. А сколько сегодня, кстати, стоит посещение музея? Ну, порядка 150 рублей средний билет. Нормально. Входной. Есть определенная градация угу. для детских билетов. Нормально. Для, ну и так далее. Вот. Ну, а ночью в музее — это просто большая такая развлекательная программа, когда на одной площадке музея сразу проходит очень-очень много событий. Ну, это, например? Ну, это мастер-классы, это концерты, угу. это привлекается очень активно молодежная аудитория, масса-масса мероприятий. Какая публика собирается в это время? Вообще, это практически семьи очень много и очень много молодежи. Ребят студенческого возраста, ну, либо вот тем, кто музей интересен, невозможно провести какую-то градацию или вот четко сказать, да, в процентном отношении, от и до. Какая публика, да, то есть я Понятно. Думаю, что разновозрастной очень контингент, все зависит от подготовленной программы. Давайте поговорим теперь вот о юбилеях, это главное, вот, ну, для Иркутского художественного музея, что означает 170 лет со дня рождения его основателя Владимира Павловича Сукачева. Это имя в Иркутске, в общем-то, ну, в ряду самых-самых-самых. Ну, самых знаковых, да, на самом деле. Ну, а что такое юбилей основателя музея? Это, конечно, серьезный праздник для всего коллектива, для тех, кто понимает роль меценатства в истории музея, ведь практически коллекция любого музея связана с именем того или иного мецената, благодаря
вот интересом, пристрастием в изобразительном искусстве эти коллекции пополнялись. А Владимира Платоновича Сукачева я, наверное, сравнила бы вот с не менее или с наиболее, может быть, знаковой фигурой, такой как Павел Третьяков, потому что коллекция наша и коллекция Третьяковской галереи примерно, ну, формировалась в одно и то же время, это 19 век. Ну и все-таки, если б не было у нас таких людей, широких взглядов, людей прогрессивных, меценатов, которые вот поставил своей задачей организовать в Иркутске первую доступную для всех горожан картинную галерею и вкладывал свои личные средства для приобретения картин. И уже в конце 19 века прошла первая большая выставка, порядка 30 произведений. Ага. И немаловажно заметить, что все-таки наши меценаты и Павел Третьяков, и Владимир Сукачев комплектовали все-таки коллекцию русского искусства, что, ну, особо серьезным вот таким потенциалом сейчас является вот в плане такого вот значения возрождению, становлению русского искусства, традиции русского искусства. Поэтому для нас это действительно большой праздник, и отмечать мы его будем с большим размахом. А можно смело сказать, что если бы вот не случилось, не было бы в Иркутске вот Владимира Платоновича Сукачева, наверное, такого помощи музею бы не было. Это абсолютно 100%, верное, да? Утверждение, совершенно 100% утверждение, да. А как вот если эти... не было коллекции Третьякова и не было самого Третьякова, вряд ли бы случилась Третьяковская одна из самых известных галерея, галерей. А вот знаете, что я хочу спросить? Вот традиции, добрые традиции меценатства, вот они как-то в сегодняшнем дне живут, потому что я ведь глубоко убежден, что спонсорство ничего общего с меценатством не имеет. Вот, меценатство – это от души и сердца. Спонсорство – это, ну, как-то так, каждый преследует свою выгоду. Вот, поэтому я вот хотел спросить, вот меценатство в своем первозданном смысле сегодня присутствует в музее? Ну, я могу рассуждать исключительно только с позиции комплектования фондов музея. Да. И эта традиция в Иркутске, она сохранилась. Сохранилась, она, да? Сохранилась и в наше, ну, время. Богу. И вот из таких больших подарков музею была большая коллекция, порядка там 75-78 произведений, которые нам поступили из коллекции Байкальского государственного университета. Понятно, понятно. Ну, значит, существует. Ну, вы представляете, вот. Какая крупная коллекция. Да. Она практически по количеству, наверное, ну, соизмерима, чуть меньше, конечно, но с коллекцией Владимира Платоновича Сукачева, потому что она легла в основу художественного собрания Иркутского музея и насчитывала порядка, ну, около там 100 произведений. Я, да, понимаю. И потом, конечно, прирастала крупными владельческими коллекциями. Сейчас у музея более 23 тысяч экспонатов. Да, я знаю, там очень долгие годы собиралась эта коллекция. А вот чем порадует программа юбилея? Я вот слышал, что вы пригласили из Москвы правнучку Владимира Платоновича Сукачева на ваш праздник. Ну, очень интересно, как сложилась ее судьба, какое участие, например. Ну, вы знаете, у нас будет возможность с ней пообщаться. Да. Мы действительно пригласили правнучку Владимира Платоновича Сукачева к нам в Иркутск. Угу. Зовут ее Ирина Владимировна Акимова. Ну, она уже в таком почтенном возрасте, закончила институт инженеров железнодорожного транспорта, является почетным железнодорожником, ей присвоено это звание, да, российское. Вот. А последние вот 17 лет своей жизни проработала инженером электроником засекреченной связи. И вот оттуда уже ушла на пенсию, и мы с большим нетерпением ждем Ирину Владимировну к нам в гости. Она приезжает со своим мужем. Мы так уже коротко переговорили, что везет музею художественному какие-то еще
подарки, что-то из личных вещей. Вы в среду утром ее встречаете? Мы в среду утром встречаем Ирину Владимировну, да, совершенно верно. Ну, вот о каких-то вот аналогиях, в пристрастиях можно совершенно четко сказать, что Ирина Владимировна увлекается разведением роз и на даче выращивает порядка 40 сортов роз. И мы прекрасно знаем, что одним из новшеств усадьбы Сукачева было то, что Владимир Платонович пытался развести галерею роз, такую оранжерею роз. И вот я вижу в этом вот определенный знак какой-то страсти и увлечения, возможно, видимо, передаются по наследству. Приехав, правнучка продолжит его традицию как-то. Я думаю, что да. И привезет вам какие-нибудь... Ну, я думаю, что... Необыкновенные розы для оранжереи. Я думаю, что да. Но если возможно это провести в самолете, то такой вопрос может обсуждаться. Я тоже не очень понимаю, можно ли это сделать. А вот, знаете, о чем хочу еще поговорить? Ну, я наверняка не ошибусь, вот если скажу, что вы уже сейчас думаете, вы только что сказали, о 2020 году. Даже вы год тому назад, по-моему, уже заложили в свои планы. Я понимаю, еще вы 150 лет художественному музею. И, ну, понятно, что этот юбилей станет таким знаковым событием в культурной палитре нашего региона. А возможно, кто знает, слух о нем, как сказал поэт, пройдет по всей Руси великой, дай бог. Вот мне это лично вот сейчас другое интересно. Вот для вас лично, Наталья Сергеевна, 150 лет Иркутскому художественному музею. Это что? Вы же, ну вот не просто директор музея, вы возглавляете Иркутскую нашу организацию Союза художников. Да, вы искусствовед по профессии и так далее. Вот и вдруг вот 150 лет, это же огромная веха. Ну, это удивительная ответственность. Вы представляете, что такое 150-летие музея? Я еще себе не очень это представляю. Нет, я понимаю, что это падает такая вот на плечи, такое не море, а можно сказать, океан ответственности омывает всю эту дату и все это событие. И вот тут важно не утонуть в этой ответственности. Ну, здесь, помимо того, что это большая ответственность, это глобальная работа, спланированная, стратегически программа уже развернута. Эта программа сверстана празднование юбилея музея. Здесь важно, чем наполнить этот юбилейный год. Если сейчас юбилей Владимира Платоновича Сукачева мы празднуем и отмечаем как бы один день, то юбилейная программа, она затронет весь календарный год. Да. Хочу сказать, возвращаясь к нашему вступлению, к первым строкам нашей передачи, о том, что Союз музеев России обратился к президенту с предложением 2020 год сделать годом музеев. Вот, и такая проект этой программы совершенно серьезно обсуждается, но, по крайней мере, с такой инициативой Союз музеев выступил. Вот вы представляете, если следующий год будет еще и годом музеев России, то все это очень-очень серьезно, но вот программу мероприятий мы уже с коллективом музея уже спланировали, уже разработали, и это очень-очень... Что включает в себя эта программа? Ну, основные вехи. Ну, во-первых, это серия больших выставок, да, посвященных коллекции музея. Понятно. И я хочу сказать, что каждая эта выставка будет заполнена очень серьезной исследовательской работой, и практически каждая из них закончится серьезным программным каталогом. И мы говорим сейчас о том, что если в этом году, в сентябре месяце, мы еще раз покажем всю коллекцию Владимира Платоновича Сукачева, а такая попытка впервые предпринималась лет 20 назад, то есть уже практически целое поколение иркутян выросло, не видя коллекции целиком. Она, конечно, в большинстве своем представлена в постоянной экспозиции, но нами будет предпринята попытка показать ее по максимуму, то есть практически в полном составе. Да? Вот. Ну, а владельческими коллекциями прирастала наше собрание, очень крупными владельческими коллекциями поступало
и более 2000 произведений от одного коллекционера, и мы хотим сделать серию программных больших выставок владельческие коллекции в собрании Понятно. Музея и издать большие каталоги. А вот какое участие в этом празднике большом примет возглавляемое вами региональное отделение Всероссийской организации Союза художников? Ну, Союз художников в любом случае активно участвует в жизни музея, и музей не может себя отделить от работы. То есть вы работы. Это практически единое это целое. Совершенно, да, совершенно верно, это так и есть, потому что музейная площадка – это территория все-таки профессионального такого сообщества, как художники. Музей ну да, у нас художественный. Ну да. Вот, и поэтому ежегодно большая программа сотрудничества с Союзом художников, она утверждается. Это и проведение выставок персональных, и групповых выставок, и тематических выставок. Этот год не является исключением. Понятно. И вот такое сотрудничество в плане реализации таких больших проектов, которые захватывают регион, она дает свои результаты. Я хочу сказать, что было два очень таких, на мой взгляд, интересных больших проекта, реализованных с помощью общественной организации «Союз художников». Это большая юбилейная выставка «Мастер-мастерская» с угу. хорошим альбомом и выставка «Священное море Сибири». Понятно. А вот теперь давайте вот от юбилеев перейдем к суровой прозе будней. Мы с вами знаем, только что... о поэзии поговорили. Мы знаем, что трудовые будни – это праздники для нас. Поэтому вот, ну, скажем так, долгие-долгие годы вот в музее была серьезная проблема с хранением фондом, их техническим состоянием. Вот и удалось решить? Ну, за раз такие проблемы не решаются, но хранение... для музея. Я думаю, что это основной вид работы и ответственности за сохранение коллекции музейной, потому что это уникальные произведения, это великие ценности, это достояние мировой культуры, российской в том числе. Поэтому как хранятся произведения, мне кажется, вот это показатель того, как работает музей. Мы планомерно в течение вот последних 3 лет вели ремонт всех фондовых помещений. И хочу сказать, что у нас грандиозные планы. Если все получится, то наш музей выйдет на совершенно современный уровень хранения фондов. А вот теперь рассейте мое невежество еще раз и объясните, что такое современный уровень хранения? Ну, во-первых, знаю, это помещение с определенной температурой. Специально оборудованные помещения, оснащенные современным оборудованием. Это подвесные сетки, стеллажи, это климат-контроль, это пожарная система пожаротушения. Это ну, просто чистые, идеально сделанные фонды. И плюс вот, это современное профессиональное оборудование для хранения. Вот специалисты меня поймут, что это такое, и то, что вот музею этого не хватало. Катастрофически это безусловный факт, и вот это наша большая работа в этом направлении, сделаем. Я думаю, что в ближайшее время даст свои результаты. А вот теперь скажите мне, я вот слышал, что, ну, сейчас вы меня просветите, это, не знаю, какая-то сказка, миф, или это правда, что власти вам выделили 18 миллионов рублей на оборудование помещения фонда хранения? Ну да, действительно была большая подготовительная работа, и я безумно признательна пониманию правительства, нашего министерства в том, что фондовое хранение – это основная программа музейная. Я знаю, что сейчас это большая проблема не только для художественного музея, и сейчас большие проекты и для краеведческого музея хранения фондов, и сейчас организуются такие помещения в музее декабристов. Ну, то есть это большая программа, большая не одного года, угу. на которую направлены силы и средства правительства Иркутской области. Вот и это сумму. На самом деле, да, это факт. Эта сумма, которая выделена, она
позволяет решить полностью проблему с сохранением фонда? Да. Да. Позволяет. В Иркутском художественном музее, да. Позволяет. Да. А для этого времени много надо, чтобы окончательно закончить? Ну, у нас стоит сроки окончания финансового есть. Года. А, вот, конечно, значит, соответственно, календарного года и финансового года, совершенно верно. До конца верно. Года надо решить эту проблему. Понятно. А вот теперь, судя по ряду факторов, может, опять окажусь неправ, как уже оказался, я рискну предположить, что сегодня мы еще, ну, недостаточно подготовлены для полноценного художественного восприятия искусства. Ну, немного людей, честно говоря, могут отличить, скажем, Репина от Крамского. Вот мне интересно, какая-нибудь работа проводится вот с нами в этом направлении? Ну, вот я понял, что серебряным возрастом, жаль, что я перешагнул эту грань, вот, но серебряным возрастом... Проба только повышается, понял, от этого, Игорь Григорьевич. А вообще вот так вот... приходя в музей, вот просто, очень просто, вот какой-то молодой человек хочет для себя очень хорошо разбираться в этом виде искусства. Он может где-то ходить на какие-то... Нет, он может, приходя в музей, через определенное время, ну, хорошо в этом разбираться. Я думаю, да, конечно, но вот то, что касается... нашей постоянной экспозиции, потому что любая вот такая работа лекционная, просветительская, она, конечно, ведется на базе основной экспозиции музея, и такие возможности у наших зрителей нет. У наших зрителей такие возможности есть, потому что у нас сейчас совершенно замечательный контингент искусствоведов, которые ведут лекции, ведут экскурсии, где подробно останавливаются. Это штатные сотрудники. Совершенно верно. Ну и внештатные наши волонтеры, без вопросов, тоже вовлечены в эту работу. Это большая серия, такая программа беседы о картинах. Это лекция об одной работе, такая достаточно широкая, с глубоким материалом, то есть, или вы, допустим, в течение 40 минут смотрите всю экспозицию музея, да, или вы час беседуете практически об одной картине, да, это и справка о художнике, и история создания произведения, и, может быть, освещение, история развития жанра в целом. Вот, у нас сейчас практикуется такая замечательная программа встречи широкой публикой со знатоками искусства, так называемые арт-баттлы, где обсуждаются очень острые такие проблемы, например, искусство китча, искусство и деньги, свобода искусства. То есть, когда готовятся две совершенно разные позиции, лекторы выступают профессионально подготовленные, и вот в процессе такой острой постановки вопроса зрители могут присоединиться и занять ту или иную, или поддержать ту или иную точку зрения. А это... информационно они осведомлены, что вот это у вас состоится? Да, конечно, конечно. Музее? Это обычно программа длинных четвергов. Музей сейчас очень активно работает с сайтами, с нашими новыми ресурсами. Мы Понятно. Размещаем информацию и ВКонтакте, и в Фейсбуке. И вот такая молодая аудитория, те, кто активно общаются вот в этом поле информационном, получают очень быстро эту информацию, потому что анонсирование всех мероприятий музея идет через сети. Ну, насколько, ну, как обычно, пролетели 40 минут незаметно, у меня остался один вопрос, очень коротко. Вот насколько я знаю, каждого руководителя, назначенного на новое место, появляется своя программа «Минимум», осуществив которую, он может сказать: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». И своя программа «Максимум», чья реализация дает ему основание утверждать: «Я свою задачу выполнил, выполнила». Если кратко, чего вам хочется добиться в музее? Ну, насколько кратко, ну, так, чтобы сейчас в минуту не могу уложиться. Сказать, в минуту уложиться. Нет, конечно, бы хотелось открыть полноценную выставку сибирского искусства наших иркутских художников, чтобы они
Вот их искусство и совершенно замечательное было доступно. А что, есть какие-то препоны для этого? У нас нет площадей, к сожалению, недостаточное количество площадей. У нас огромное количество проектов еще не реализованных. Это восстановление школы девочек в усадьбе Сукачева и организация там центра учебного такого методического просветительского центра образовательного. У нас не восстановлено два филиала в музее на Карла Маркса 23. У нас там есть два пристроя, которые вот практически нужно реанимировать, реконструировать и получить вот те дополнительные площади, которых сейчас катастрофически музею не хватает. То есть работы еще в ступеньке до самого неба. Да, но понятно. Эти программы не реализовываются без поддержки финансовой. Понятно. Намечтать можно чего угодно. Ну, заканчиваем у всех юбилеев, я понимаю, есть одна характерная особенность. Их можно дождаться по календарю, а можно заслужить. Я считаю, что упомянутые юбилеи ваши вполне заслужены. А мне остается сказать, что у меня в гостях была директор Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, председатель Иркутского регионального отделения Всероссийской организации Союза художников, трижды лауреат губернаторской премии Наталья Сысоева. Спасибо, до следующих встреч. Всего доброго. Спасибо, Игорь Григорьевич. Всего доброго.